В Казахстане почти завершили уборочную кампанию. Об этом сообщил министр сельского хозяйства на заседании правительства. Ербол Карашукеев отметил, что аграрии намолотили свыше 20 миллионов тонн зерна. Также фермеры собрали с полей больше 4 миллионов тонн овощей и 3 миллионов тонн картофеля. В большинстве зерновых регионов полностью убрали пшеницу. Со слов министра, сельхозформированием выделили больше 400 тысяч тонн льготного дистоплива. Проблем с поставками ГСМ в регионах не было. Рынок арендного жилья в Республике Казахстан возьмут под контроль. Министр труда Тамара Дуйсенова заявила, что в первую очередь будут защищать интересы арендодателей и съемщиков. Но регулирование не означает фиксирование цен. К примеру, это могло бы быть введением реестра. Какое количество квартир сдается в аренду, платят ли их владельцы налоги. Все эти нюансы сейчас узнает Агентство по защите и развитию конкуренции. Пока в этом сегменте рынка недвижимости присутствует большая теневая часть, отметила глава ведомства. Напомним, после наплыва россиян казахстанцы начали жаловаться на резкий рост стоимости аренды квартир. Миллиарды налоговых поступлений недополучают бюджеты стран ЕАЭС от нелегального оборота контрафактной продукции. Об этом заявил глава Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров на международном форуме «Антиконтрафакт-2022», который проходит в Бишкеке. В Кыргызстане больше 70 тысяч объектов промышленной собственности. Закон запрещает копировать, например, работы ремесленников или художников, если они запатентованы. Для такого нужно разрешение владельца. Скопированный бренд или товар, изготовленный без разрешения владельца торговой марки – это одна из основных проблем экономики всех стран Евразийского экономического союза. Кроме местного контрафакта есть и импортный. Такую продукцию в страну завозят, минуя уплаты налогов. Например, сигареты, алкоголь, лекарства, одежду и даже игрушки. Только в этом году в странах экономического союза зафиксировали 11 тысяч случаев ввоза незаконной продукции. Бюджет страны не получил 1 000 000 рублей. Один из методов, который уже внедрили – это система маркировки товаров. Она позволяет проследить путь каждой вещи или продукта от производителя до потребителя. В новом соглашении речь идет уже об электронном контрафакте. Форум продлится 2 дня. Участники еще обсудят вопросы защиты интеллектуальной собственности в сфере IT и онлайн-торговлю. Но, к сожалению, не все творческие люди к нам обращаются. Более того, очень непросто авторам, даже имея патент, доказать, что та или иная работа его коллеги, например, принадлежит ему. Новые обстоятельства и вызовы требуют выработки и внедрения более совершенных и неординарных механизмов борьбы с контрафактом на всех уровнях. Проект соглашения, в частности, предусматривает введение механизма блокировки нелегального контента в судебном и досудебном порядке, вовлечение в процесс пресечения нарушений прав интеллектуальной собственности информационных посредников, а также установление в национальном законодательстве стран Союза ответственности за отказ принятия мер по ограничению доступа к нелегальному контенту. Тысячи демонстрантов прошли маршем по главным улицам Богаты. Люди держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги «Нет налоговой реформе». Напомним, ранее новый президент Колумбии Густаво Петро предложил резко увеличить налог для состоятельных граждан. Ожидается, что реформа коснется тех жителей, чей заработок превышает 2000 долларов в месяц, и предполагает отмену льгот. Мирные марши прошли и в других городах страны. В Швейцарии повысили возраст выхода женщин на пенсию. Теперь на заслуженный посттрудовой отдых они отправляются в 65 лет. За новые изменения проголосовали больше половины избирателей – 50,6%. Теперь пенсионный возраст одинаковый и для женщин, и для мужчин. Последний раз подобная реформа проводила в Швейцарии больше 25 лет назад. А в 2004 и в 2017 годах попытки изменить законопроект потерпели неудачу на голосованиях. Сторонники реформы отмечают, что в нынешней экономической и демографической ситуации мужчины и женщины должны работать в одинаковом объеме. Но не все так однозначно. Противники законопроекта отмечают, что в Швейцарии существует разрыв между зарплатами двух полов, а значит, пенсионные выплаты тоже будут неравнозначными.